псориаз, сам по себе вовнутрь черный мед надо пить обязательно, да, это лимфатическую систему надо брать, чтобы прочистил он. Ну и убрал там все патогенные микроорганизмы и грибы и так далее. Там еще важно снаружи мазать. Черный мед с касторовым маслом смешиваете и места поражения мажете. Туда нужно обеспечить приток артериолы и отток венулы. И там тоже лимфатические сосуды подходят к каждой клетке кожи. Вот это нужно сделать. А это делает черный мед, он как антисептик работает, как противо воспалительно нейтрализует сам вот этот процесс аутоиммунный. А касторка, она спазмы снимает с капилляров и обеспечивает приток и отток туда, к клетке, клетки кожи. Это быстрее регенерация будет, вы быстрее восстановите эти пораженные места. Что еще немаловажно, это, допустим, если поражение там идет на локтях, то надо будет плечи и подключичные области обязательно отрабатывать. Потому что оттуда, с локтя, должно уходить вот сюда. А если там поражение идет, допустим, под коленками, обязательно надо паховую область отрабатывать. Если там поражение идет головы, то надо обязательно отток вот здесь шеи отрабатывать тоже снаружи. И подключичную, отключичную область. Эти моменты учитывайте тоже.